Вместо привычных учебников и тетрадей — компьютеры, а рядом с реальным учителем — виртуальный преподаватель, но только уже на экране. Такие уроки в двух классах школы номер 154 теперь проходят ежедневно. Причем на современном оборудовании ребята изучают не только информатику, но и русский язык с литературой. Мы еще достаточно недавно это оборудование установили, но на уроках мы уже активно его используем. Начала я с использования игровых технологий. Эти технологии интересны детям всех возрастных категорий. Это разные тренажеры, квесты, викторины. Переоборудование классов в 154-й школе стало возможным благодаря федеральной программе «Цифровая образовательная среда». Это часть нацпроекта образования. Оборудовали два класса. Вы видели цветовую гамму. Она выбрана, все это специально сделано. Закуплены планшеты, вот эти прекрасные большие мониторы. Мы видим, и как подходят ученики, спокойно на них заполняют, все пишут. Ну, это же очень интересно просто. Всего таких школ в Нижнем Новгороде 7. В будущем планируют оборудовать все школы под современные требования. Олег Лавров и Артем Таранков. Время новостей.